Мы сняли куклу из штабной машины, спасая жизнь, ссылаясь на войну. Три офицера, храбрые мужчины, в машине бросили ее одну. Привязанная ниточкой за шею, она, бежать отчаявшись давно, смотрела на разрытые траншеи, дрожа в своем холодном кимоно. Земли и бревен, взорванные глыбы. Кто не был мертв, тот был у нас в плену. В тот день они и женщину могли бы, как эту куклу, бросить здесь одну. Когда я вспоминаю поражение, всю горечь их, отчаяние и страх, я вижу ни воронки в трясожении, ни трупы на дымящихся кострах. Я вижу глаз ее косые щелки, пучок волос, завязанный узлом. Я вижу куклу на крученом шелке, висящую за выбитым стеклом.